принимал себе повышенные обязательства, улучшающие, так сказать, сроки года, даже интересно, все хотел бы узнать, вот сейчас уже середина лета прошла, как ситуация возникла, или какие-то препятствия, объективные, необъективные, как сейчас ситуация развивается. Спасибо. Микрофон вам один. Максим Алексеевич, пожалуйста. Уважаемые депутаты, действительно, на ответе правительства произошел подъем уровня грунтовых вод, что существенно повлияло на сроки выполнения бетонных работ, монтажа опорной части моста, а также воспрепятствовало проведению работ по сведению насыпи со стороны Московского шоссе, то есть подвижения из города. Это потребовало проведения дополнительных мероприятий по понижению уровня грунтовых вод, а также замене переувлажненного грунта. В настоящий момент проблемы эти находятся в работе. Данный вопрос подрядчик работает в две смены, поэтому ускоряем, как можно быстрее выполнить те работы, которые необходимы. Спасибо. Пожалуйста, включите микрофон номер 38.